Как же пройти в гостиную? Повезло куда больше, чем тому бедняге из министерства, которого сожрал дракон. Не представляю, каково это прийти в новую школу так поздно. Да не волнуйтесь вы, дайте дорогу. Что Нелли о себе воображает? Я не хочу в первый же день попасть в неприятности. Нелли, только на этот раз не свались. Чего вы все так напряглись? Это же совершенно безопасно. О, привет! Не обращай внимания. Полезно время от времени менять точку зрения. Смотреть под другим углом. Однажды я забралась на крышу Гриффиндорской башни. Снаружи. И даже без метлы. Ничего себе! Кстати, я Нелли. Нелли Окспайр. Я слышала о том, что случилось с тобой по пути в Хогвартс. Это правда? Про дракона. Да, на нашу карету напал дракон. Черт, в голове не укладывается. Восхитительно, но в то же время страшно. Но, похоже, с тобой в Гриффиндоре будет не так уныло и вообще в Хогвартсе, если уж на то пошло. Думаю, еще увидимся. Либо в гостиной, либо на крыше какой-нибудь башни. Кто знает. Ладно, я пойду. Профессора Блэка, есть дети? А что, опять неправильно? Я думала, на этот раз получится. Не знаю, что я делаю не так. Это же несложное заклинание. У меня должно получаться наложить его невербально. Почему не выходит? А, привет! Добро пожаловать в Гриффиндор. Я Крессида. Приятно познакомиться, Крессида. Вчера вечером твое появление во время распределения привлекло всеобщее внимание. Еще бы немного, и ты бы опоздала. Это правда, что ты протеже профессора Фига? Нет, он лишь немного учил меня перед приездом в школу. Досадно. Я надеялась, что он учил тебя накладывать заклинания без слов. А, так вот, что ты пыталась сейчас сделать. Да, но что-то не так. Когда я произношу заклинание, все получается отлично. А вот без слов ничего не выходит. Не волнуйся, в итоге все получится. О, надеюсь. Если у меня получится, профессор Ронин будет в восторге. Буду тренироваться дальше. Ну что ж, удачи. Рада была встрече, Крессида. И я тоже. Хорошего первого дня. Вам понравится, обещаю. Точно не хотите попробовать? Я сам варил. Привет. Ты, кажется, новенькая. Рад знакомству, я Гаррет Уизли. Слышал о твоих приключениях. Удивительно. Хорошо, что вы выжили. Это правда, что с вами в карете был кто-то из министерства? Ой, да. Друг профессора Фига. Да уж, ну дела. Драконы — это страшно. В общем, рад, что ты здесь. Спасибо, Гаррет, я тоже. А что, профессор Уизли твоя родственница? Да, она моя тетя. Наверное, здорово, когда твоя тетя преподаватель. Все так думают. Тетя обращается со мной как с первогодком. Постоянно следит за мной. И это даже угнетает. Но она это с добротой. И она очень сильная ведьма. Всегда поможет. Приятно было познакомиться, Гаррет.
И спасибо, что рассказала тете. Я тоже рад знакомству. Удачи тебе. Эй, новенькая, профессор Уизли ждет тебя в гостиной. Доброе утро. Надеюсь, вы готовы к первому дню в Хогвартсе? Давно мечтаю об этом дне. Даже не верится, что я здесь. И все же вы здесь. Так что вперед. Первый день в Хогвартсе бывает только раз. Ситуация у вас довольно уникальная. Ведь вы уже пятикурсник. Придется догонять ваших сверстников в учебе и не лениться. Тем более, что в конце года вам придется сдавать экзамены по сов. Что? Сов? Каких еще сов? Экзамены по стандартам обучения волшебству. Их результаты определяют сферу вашей дальнейшей работы. Мы долго говорили с директором и департаментом магического образования магии и придумали нечто очень необычное, что поможет вам справиться с учебой. Держите. Что это? Это руководство для волшебников. Оно будет следить за вашими успехами в учебе, чтобы вы освоили все, что нужно на пятом курсе. Это крайне полезное пособие, так что советую им не пренебрегать. Спасибо, профессор, но что значит будет следить за моими успехами в учебе? Будет разумнее сразу показать вам, как это работает. Давайте опробуем его на практике. Сюда. В руководстве вы найдете подсказки, которые помогут освоить некоторые заклинания и узнать больше о мире. Во времена моей учебы такое руководство пришлось бы очень кстати. Руководство научит вас внимательнее относиться ко всему вокруг. Не отставайте. О, похоже, в руководстве есть для вас информация о картине с несчастным Баруфио. Просто используйте Ревелио и посмотрим, что там говорится. Удобно, да? Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность узнать больше о замке и его окрестностях. Но не задерживайтесь, вам нужно на уроки.
раз вовремя. Хорошая возможность показать вам, как перемещаться с помощью летучего пламени. В вашем руководстве есть карта Хогвартса. Откройте ее и найдите центральный зал. Мы на месте. Как видите, это экономит время. Эта лестница ведет в центральный зал. Вы можете попасть в любое место в замке прямо из центрального зала. Здесь всегда людно. Это центр нашего замка, прямо как вокзал Кингс-Кросс. Интересно, сколько же в Хогвартсе? На этом пока все. Не забудьте, сегодня у вас изучение заклинаний, а также защита от темных искусств. А потом можете отправляться в Хогсмид, чтобы восполнить все запасы, что вы потеряли в пути. Спасибо, профессор Уизли. Впереди тяжелый день, и вам много надо выучить. К счастью, преподаватели согласились помочь вам с дополнительными задачами после уроков, так что вы не отстанете. Впрочем, вы так искусно использовали Ривеллио, значит, базовые заклинания профессор Фиг вам все же показал. Да, профессор. Он весьма расплывчато описал события перед приездом, особенно случившиеся после этого ужасного нападения дракона. Думаю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добирались. На пути сюда мы сделали небольшой крюк. В итоге оказались в каких-то руинах и... Хотя тут мне стоит промолчать. Каких еще руинах? Ну ладно. У профессора Фига должно быть есть причины держать подробности в тайне. Легок на помине. Профессор Фиг, вам случаем не икается? Нет. Ясно. Я смотрю, вы, похоже, довольно неплохо подготовили нашего новичка по основам заклинаний. О, едва ли это лишь моя заслуга, профессор. Похоже, к нам прибыло достойное новое пополнение. Хм. Я очень рада, что вы оба целы и невредимы. У нас в Хогвартсе отличные лодки и кареты, но вы предпочли полететь навстречу дракону. Путь с драконом я самолично не выбирал, знаете ли. Точнее будет сказать, что это он выбрал нас. Ну ладно, поболтали и хватит. Мне уже пора на урок. У меня к вам просьба, профессор. Объясните, как пользоваться картой руководства. Конечно. Спасибо. Удачи вам. Не забывайте заглядывать в руководство. Оно вам очень поможет. А также поможет мне для отслеживания всех ваших успехов. Хорошо, профессор. После того, как посетите сегодняшние занятия, зайдите ко мне в класс, и я расскажу вам больше о дополнительных задачах. Кроме того, нужно обговорить посещение Хогсмида для покупок. Рада вас видеть, профессор. Взаимно. Я надеялся с вами сегодня увидеться, до того, как вы углубитесь в занятия. Извините, но мне показалось, или вы обсуждали с профессором Уизли осмотр руин? Да, сэр, но об остальных подробностях я посчитала разумным умолчать. По-моему, она заподозрила, что мы что-то скрыли от нее. Что ж, профессор Уизли очень умная и проницательная ведьма. Но лучше никому не рассказывать о нашем деле. Ведь мы понятия не имеем, куда может завести нас этот путь.
Возможно, нам потребуется более гибкое расписание, которое она бы не одобрила. Кроме того, она может поделиться с директором некоторыми сведениями, которые нам лучше держать при себе. Я понимаю, профессор. Хорошо. Итак, хоть вы и одарены, но способности, которыми вы обладаете, все равно нужно упорно развивать. К счастью, вас обучают исключительно квалифицированные ведьмы и волшебники. Что касаемо учителей, знаете ли, не хотелось бы получить очередной почти что выговор от профессора Уизли. Поэтому давайте покажу вам одни хитрые чары из карты руководства. Разверните и посмотрите. Карта зачарована так, чтобы помочь найти путь. С ней будет намного легче. Спасибо. Сегодня у вас, похоже, будет насыщенный день. Занятия, потом визит в Хогсмит за покупками. Не забудьте купить палочку. Мистер Оливандер вам понравится. Он мастер своего дела и хороший друг. Я сообщу вам, когда узнаю что-нибудь еще о нашем загадочном медальоне. А пока сосредоточьтесь на учебе и не отлынивайте. От заклинаний, освоенных вами, могут зависеть не только ваши оценки носов. И это все, что ты можешь? Бомбарда! Левиоса! Профессор Геккат! Будьте добры, постарайтесь разносить друг друга в клочки после занятий. Новых учеников я вижу каждый год, а вот череп черного гибридца у меня всего один. Этот сувенир достался мне после большой облавы на браконьеров. Вы, наверное, о ней слышали. Вам может стать интересно, как пожилая дама умудрилась в одиночку обезвредить крупнейшую банду контрабандистов во всем Восточном Уэльсе. Отвечу. Все дело в знаниях. Мудрость важнее возраста. Сегодня мы рассмотрим заклинание, которое не раз спасало меня от верной смерти при столкновении с темными волшебниками. Левиоса. Левиоса? Левитационные чары? Левиоса! Удивите своего противника, и он станет уязвим. Попробуйте защититься, мистер Пруэт. Работая невыразимцем, я поняла, что самые простые чары могут оказаться крайне полезны, особенно в бою. Итак, отработаем изученное. Начнем с чего-нибудь попроще. А теперь попробуем кое-что покрупнее. Что?
Что ж, начнем с основного заклинания. Видели, как манекен отразил заклинание? А теперь сначала используйте Левиоса, а потом основное заклинание. Помните, удивите своего противника, и он станет уязвим, как только что элегантно продемонстрировал нам мистер Пруэт. А теперь основное заклинание. Прекрасно! Очень хорошо, но лучший способ практики – это дуэли. Начнем с вас двоих. Дуэлянты, на позицию! Сейчас поприветствуем тебя как следует. Запомните, на этой дуэли допускаются только Левиоса, основное заклинание и протего. Начинайте! Ты молодец. Отлично подмечено. В хорошей форме. Я знаю. Повезло. Объяснение тут ни при чем. А ты кое-что в этом смыслишь? Я знаю. Неужели это твоя первая дуэль? Люблю оживленный дуэль. Вот бы все мои ученики были такими способами. Следите за противником, чтобы вовремя атаковать его или защититься. Не дурно для новенькой. Ты можешь постоять за себя. Вы не отступили перед испытанием, которое я вам предложила. Призовые очки Гриффиндору. Спасибо, профессор Геккот. Хорошо, что можно потренироваться. Если то, что вы сегодня продемонстрировали, не случайность, вас ждут великие свершения. Я требую от своих учеников безупречного знания предмета. Они способны этого достичь, а значит, обязаны. Дуэль в классе — это пустяки. А вот сражение с темным волшебником или еще вероятнее с гоблинами — совсем другое дело, уверяю вас. Я понимаю, профессор. Советую вам продолжать тренироваться при любой возможности. Возможно, мистер Селло вам с этим поможет. Сегодня вы отлично справились. В ближайшее время я подготовлю для вас дополнительные задачи. Что ж, на сегодня хватит. Все свободны. Неплохо сработано. Мне понравилось. Отличная вышла дуэль. Они еще долго будут говорить. Да, мы отлично размялись. Размялись? Да я будто против опытного дуэлянта выступал. Кстати, я Себастьян Селлоу. Не ожидал такого проворства от того, кто совсем недавно взял палочку в руки. Но, может, это не первая твоя дуэль? Далеко не первая. Тебе повезло, что я не билась в полную силу. Ну тогда мы просто обязаны как-нибудь провести честную дуэль. Знаешь, в Хогвартсе есть один закрытый и неразрешенный дуэльный клуб. Ты отлично туда впишешься. Закрытый и неразрешенный клуб? Это по мне. Отлично. Приятно знать, что я в тебе не ошибся. Чтобы твое пребывание в Хогвартсе было максимально продуктивным, приходится иногда нарушать правила. Вступить в тайный дуэльный клуб... или проникнуть в запретную секцию библиотеки. Главное, чтобы тебе хватало ума не попадаться. Спасибо, Себастьян. Буду иметь в виду. Хорошо. Приятно было с тобой поболтать. Уверен, что мы скоро увидимся. Возможно, в некоем неразрешенном месте. Там и посмотрим, действительно ли ты так искусна. Или тебе просто повезло. Найди Люкана Шумсби у входа в часовую башню. Если тебе это интересно. Увидимся.
Пойди прочь! Что вы затеяли на этот раз? Не знаю даже. Профессор Ронин вечно нас задерживает. Иногда приходится напоминать ему. Тут есть свободное место. Спасибо. Привет, я Натя. Так ты и есть новенькая? А с профессором Ронином уже знакома? Ну что, начнем? Приветствую вас, пятый курс на уроке заклинаний. Предупреждаю, этот год крайне важен для тех, кто хочет в полной мере овладеть искусством заклинаний. Проявите старание, рвение и усердие, чтобы хоть что-то запомнить. Хорошо? А теперь откройте учебники на странице 517. Но сперва кто скажет, чем отличаются магические формулы для заклинания смены цвета и заклинания роста? Ну, никто? Сейчас уже поздновато повторять материал. Что ж, каникулы сделали свое черное дело. Вы что, все лето отрабатывали друг на друге заклинания забвения? Ну, вы хотя бы помните, как творить простейшие манящие чары? Значит... Будем все вспоминать и учить! Класс, разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга! Поскольку учебники вы все равно читать не будете, давайте их пошвыряем. Так, используйте манящие чары, забирая книгу друг у друга. Одного учебника на пару хватит, мисс Дейл. А теперь займите свое место. Вы быстро схватываете. У вас есть задатки, но помните, важна именно практика. Продолжайте, и может, когда-то превзойдете даже мисс Оней. Все молодцы, пока хватит. С азами мы разобрались, а погода сегодня чудесная. Предлагаю нам устроить небольшую экскурсию на улицу и хорошенько проветриться. Все за мной! Я считаю, что веселье и мастерство друг другу руки трут. Думаю, игроки в квиддич меня поймут. Итак, что лучше продемонстрирует, насколько вы освоили манящие чары, чем небольшая игра? Верно? Первой пойдет наша новая ученица. М?
Все просто. Примените акцию к одной из сфер, а затем в последний момент отмените заклинание. Думаете об этом как о плюй камнях. Если так проще, только вместо того, чтобы бросить их, вы их притягиваете к себе. Суть в том, чтобы притянуть сферу как можно ближе, но не чересчур, иначе она упадет. Ладно, довольно теории, переходим. Очень славно. Сосредоточьтесь. Прекрасно. Отличная работа. Очень хорошо. Призовые очки Гриффиндор. Но, конечно же, без дружеского состязания будет далеко не так интересно. Мисс Онай, может, вы попробуете выступить против нашего новичка? Поднимайтесь. Вам синие, как и раньше, а мисс Онай сыграет красными. Все ясно? Да, сэр. Внимание! Очень хорошо. Начнем! Вот так-то. Неплохо. А если так? Идеальный результат! Поразительно! Давайте-ка добавим игре разнообразие, а? Думаю, разнообразия и так более чем достаточно. Это уж точно. Довольно болтать. Сконцентрируйтесь, это вам сейчас понадобится. Этот раунд решающий. Внимание! Со всеми случается. Очень славно. Смотри. Вот как надо. Ахти, я больше не буду поддаваться. Вы отлично потрудились. Браво! Все свободны, не забывайте свои вещи. Отличная игра получилась. Надо признать, я тебя недооценила.
Мне потребовалось пара-тройка недель на освоение акцио. После переезда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Скоро тебе станет легче, поверь. Приятно это слышать. Хорошо, что ты меня понимаешь. Это еще мягко сказано. Я прекрасно помню, каково мне было в первые дни. Я перевелась сюда из Уагаду перед четвертым курсом. Моей маме предложили здесь должность преподавателя прорицания. И прежде чем я успела опомниться, мы покинули Уагаду и перебрались через полмира в новую школу и новую страну. Что ж, приятно было пообщаться и посоревноваться с тобой. Взаимно. Ой, кажется, профессор Ронин хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. До встречи. Конечно же, заклинание акцио можно использовать на людях. Не задержитесь на минутку. Ну? Профессор, вы хотели со мной поговорить? Хотел. Надеюсь, первый урок заклинаний оправдал ваши ожидания? Ну, для меня, мягко говоря, стало неожиданностью, что на нем сразу пришлось соревноваться. В предсказуемости же нет очарования. Вы отлично справились. Вам удалось превзойти такую одаренную ученицу, как мисс Оной. Спасибо, профессор. Мне понравилась игра. Мисс Оной – жесткий и неуступчивый соперник. Хотя, мне кажется, в последнее время она какая-то рассеянная. Что ж, профессор Уизли обратилась к вашим преподавателям с просьбой давать вам дополнительные уроки, выходящие за пределы обычной программы. Скоро я расскажу вам о специальной задаче, которую готовлю для вас. Привет! Ты же недавно в нашей школе, да? Привет! Ты хотела поговорить? Саманта Дейл. Очень рада познакомиться. Все в Хогвартсе только и говорят о тебе. Надеюсь, первый день прошел хорошо? Отличное выступление на уроке заклинаний, молодец! Мне просто повезло. Новичкам всегда везет. Мой брат Уильям сказал бы, что скромничать ни к чему. Больше верь в себя. Хотя... сам он, пожалуй, склонен к излишней самоуверенности. Что ж, займусь-ка я лучше домашним заданием по заклинаниям. Чтобы произвести впечатление на профессора Ронина, одной удачи маловато. Я бы ни за что не оставил вещи. А потом оборотни поддержали восстание гоблинов. Оборотни все подряд, но пролом! Вот так восстание в 1752! И в конечном итоге министром магии стал Альберт Бут. Нет, неправда. О, потеха, веселуха, чья-то ссора. Вот же пруха! Поддержу-ка я мальчишку, он сказал, что ты врунишка. Я не вру, Пивс. Это был Альберт Бут. Нет, неправда. Это был Безил Флэк. Поддайте жару, ссора, загляденье! Был министр Бутельфлэк, студентики в смятении! Прекрати, Пивс! Мы за тебя можем влипнуть! Влипните, влипните, но от Пивса не отлипните! Он говорит Флэк, оно говорит Бут, а Пивс говорит вам обоим капусту! Нас всех накажут из-за тебя! Да, и вы оба не правы. Это был Гесфестус Гор. То был не Бут и даже не Флэк, а вам задаст взбучку профессор Блэк!
просто поразительно. Я делю спальню. Я как-то отправил Эмельде Рейд письмо с признанием в любви. Но, кажется, она решила, что я над ней шучу, и с тех пор постоянно мне грубит. Ну да, я написал, что она удержана на язык. Но это же был комплимент. Хотел бы я отправлять сов. Ох! Я чуть было не купил сову в косом переулке. Люмос! Но вместо этого выбрал кошку. У нее глаза не... Лидос! Мне понравилось. Я бы от стыда помер, если бы моя мать была... Ривелио! Как Нати это выдерживает? Насчет комнаты, профессор. Я как раз думала о том же, Дик. Если ты поможешь... О, простите, Дика. А, вот и вы. Ваши первые уроки прошли хорошо? Да, профессор. Профессора Гекат и Ронин тоже так говорят. Похоже, профессор Фиг чему-то вас научил, пока вы с ним слонялись и осматривали, как вы выразились, какие-то руины. Кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Это так? Нет, профессор, ничего такого. Понятно. Все равно, что заставить Глизня стихи читать. Обязательно, вам нужно восполнить пробелы в знаниях. Для этого я попросила преподавателей давать вам дополнительные задачи, чтобы ускорить обучение. Да, профессор Ронин об этом упоминал. Кстати, профессор Ронин ждет снаружи, чтобы дать вам ваше первое задание. А теперь касаемо посещения Хоксмида, о котором я говорила. Мы договорились восполнить утерянное вами по дороге семена, магические рецепты и зелья. Спасибо, профессор. А мистер Оливандер подберет вам идеальную палочку. Сейчас на уроках вы пользуетесь чужой палочкой, но ваши заклинания станут куда мощнее, если использовать собственную. Мне не терпится попасть в Хоксмид. Хорошо. Отправляйтесь в деревню с кем-нибудь из ваших однокурсников. Они помогут вам. Пригласите Себастина Сэллоу или, может, Натса Иона, и вы неплохо ладите с ними. Я пойду с Натти. Замечательно. Мисс Иона – одна из самых талантливых учениц и хорошо знает Хоксмид. Она поможет вам избежать неприятной встречи с приспешниками Руквуда. А кто это? Весьма неприятная личность. Постарайтесь не связываться с ним и его бандой, особенно его правой рукой, Теофилом Харлоу. Хорошо? Когда выполните задачу профессора Ронина, направляйтесь к дверям замка. Не теряйте время.
Закончите работу и сможете насладиться сливочным пивом в трех метлах. Полезная эта вещь, ваше руководство для волшебников. Весьма лестно, что меня включили в программу.